Детская художественная школа Хасавюрта в этом году празднует свой 45-летний юбилей. За время своей работы школа выпустила множество ярких и талантливых личностей. Благодаря опытным педагогам каждый ученик научился не только хорошо рисовать, но также выражать свои чувства с помощью карандаша и кистей, рассказывает директор школы Набиулла Бакиев. Когда программа не голая, а чему-то учит определенную какой-то профессии, она гораздо выгоднее. Это уже профессия получается. По программам-то мы должны учить только по программам детской художественной школы. А иногда мы, перебирая разные методы, получается, что мы на уровне даже училища выходим с вами. Но нам тоже интересно, что чем больше вы будете знать, мы радуемся. Традиционно 31 мая в стенах школы проходит торжественная церемония награждения выпускников свидетельствами об окончании школы. Со дня основания учреждения дополнительного образования ежегодно выпускает более 10 выпускников с отличием. В своих напутственных словах юным художникам педагоги школы желали стремление сохранить любовь к искусству, культуре, расширять границы познания и не останавливаться на достигнутом. Что хочется вам пожелать? Пожелать, конечно, вам хочется удачи, большого пути, чтобы стали вы настоящими дизайнерами, художниками, добились своей цели. Хочется поблагодарить учителей, которые с вами занимались, которые отвечали на ваши непростые вопросы, помогали вам, подсказывали вам. Добрый путь, наши выпускники. В зале школы для гостей и родителей была организована выставка работ учащихся, на которых изображены национальные наряды народов Дагестана, различные виды дизайнерского оформления домов, экспонаты ручной работы из различных материалов, а также многое другое. В свою очередь родители выпускников выразили слова благодарности педагогическому коллективу школы и подчеркнули, что за годы обучения дети научились не только основам изобразительной грамоты, но и стремлению добиваться поставленных целей, трудолюбию, бережному отношению к окружающему миру. Зарема Хайбулаева, Тагиб Магомеднабиев, информационная программа «Пульс».